по Кабаке сегодня тогда там был Сергей Сергеевич, он говорит, да? Технику отправили? Да, техника нужна, потому что все-таки 20 с лишним дворов у нас уже подтоплено по старой Табаке. Ну, люди пока, конечно, не отказываются выезжать, потому что там до домов еще там, ну, надо сантиметров, говорит, где-то 50 где подняться, чтобы уже по дому началось сходить. Но в любом случае, в любой момент может понадобиться там что-то, чтобы кого-то вывести, там, что-то начать уже эвакуировать. Поэтому дежурство автобуса и автомобиля я прошу обеспечить, да, по-другому.